Привез вам звезду. Всем привет. А вы хотите сейчас прям? Подождите, еще рано, пока еще рано поздравлять. Еще не зашли, еще не расписались. Переживаете? Конечно же нет. Все пройдет гладко. Я на глицине, в лакардине. Я уже не переживаю, я уже на спокойных. Все нормально. Уже все, готово. Доверься мне. Все будет хорошо. Переживаний нет. Не, он просто очень рад. Все идет по плану, все будет хорошо. Накануне ночь спокойная была или не спали? Мальчишник. Да не спали. Не, мальчишник. Не в том возрасте уже. Так. Мы еще молодые. Какой план? Вы говорите сегодня. План очень простой. Заходим в ЗАГС, целуемся, радуемся друг другу, обмениваемся кольцами, клятвами. И едем праздновать. Главное, что вообще-то сейчас сказала я «да». Скажите, можем интервью, да, мы затягиваем внутри, пожалуйста. Их вариант, что вы не скажете, да? Почему? Ну, я не знаю, сейчас как пойдет. Смотри, как он себя будет хорошо вести в ЗАГСе. На самом деле у нас не было в этот раз ни девичника, ни мальчишника. Мы очень много работали. И завтра улетаем снова на гастроль. Но я улетаю, а Михаил со мной поедет. А свадебное путешествие как? Нету. Будет? Вы планируете? Возможно, будет. Переносим на летний период. На август, может быть. На июнь. Мы еще вас там поможем. Да, давайте тогда. Мы все пойдем сдавать. Значит, сейчас нас не распишут уже просто. Понимаете, скажут, где лишь паспорт.